Это комплекс «Дозор МП». Выглядит как обычный планшет стационарный. Он нам необходим для фиксации автоматической правонарушений. С первого взгляда не сказать, что такое необычное устройство может помочь озеленению города. Зачастую некоторые водители оставляют свои авто на газоне, хотя по закону это запрещено. Впоследствии такие постоянные парковки нарушают плодородный слой почвы. Тем самым в столице появляются безжизненные участки земли, а это пыль и грязь. Учить, а главное бороться с нарушителями, будет новый фото-видеокомплекс «Дозор МП». А куда он крепится? На стекло, в автомобиле. А можете показать, как это делается? Да. Крепим на устройство. Все, да. И получается, всю система работает? Система работает, готова к работе, да. Далее специальная машина выезжает на патрулирование. Как только специалисты замечают нарушение, то незамедлительно останавливаются. Дело остается за малым. Система через GPS вначале определяет место, а затем камера делает фото. Под газоном следует понимать территорию без твердого покрытия, а зачастую она огорожена бордюром или иным искусственным ограничением. За парковку в таких местах предусмотрен штраф от 3 до 50 тысяч рублей. С этого года на территории города Улан-Удэ внедрен проект по автоматической фиксации правонарушений «Дозор-М» в части незаконной парковки на газонах и территориях, предназначенных для озеленения, а также на детских и спортивных площадках. Данный комплекс мероприятий позволит снизить не только незаконные парковки, но и в первую очередь обеспечить безопасность. С этого года комплекс тестировали в железнодорожном районе Улан-Удэ. В администрации системы остались довольны. В скором времени планируют расширить зону. Работать она будет во всех трех районах города. Базар Юшеев, Данил Дурхисанов. Новости дня.